Сегодня только нажимают на кнопку, а раньше по цеху ходили в резиновых сапогах и фартуках, перекладывая тяжелые детали. Здесь сейчас чисто и тихо. Если в цифрах, то операторы говорят, что работа их стала легче на 80%. Вручную таскали детали в корзинах тяжелых. Вешали, монтировали, все вручную. По ванам тоже ходили. У нас оператор был, которому кнопки нажимали, тоже вручную. Модернизация прошла в рамках стратегии развития холдинга «Вертолеты России». Вложили 2 миллиарда рублей. Брака стало гораздо меньше. Упрощается, во-первых, процесс, и качество, несомненно, лучше. Это и, повторюсь, потому что исключается человеческий фактор из управления процессов, то есть все параметры уже задаются автоматически, поддерживаются системой. Новый корпус объединил гальванические и лакокрасочные цеха. Это экономит время. Теперь здесь 6 автоматических и 2 ручные линии. Это цех один из ключевых. Здесь и новый малярный цех. Теперь детали красят вот в таких вот боксах. Преимущество в том, что в самом цехе практически не пахнет краской. А вот и детали, подготовленные для обработки, их покрывают с двух сторон. Сокращенный цикл сушки. Так, если раньше на одну деталь приходились сутки, сегодня эта машина справляется за 2 часа. Новое производство сегодня оценил Рустам Аниханов. Он отметил экологичность, экономичность и технологичность. Любой цех мы можем прийти, это мировой уровень. Вот агрегатное производство, мехообработка, малярное и... конечно, гальваника. Мы сегодня видели вместе с вами фотографии, какое производство было и что стало. Ведь по большому счету мы там находились, и как будто мы находимся в каком-то офисе. А этот винтокрылый «Ансат» – первая «Ласточка» в этом году, которую передали заказчикам машина для санитарной авиации. Помогает не только транспортировать, но и оказывать первую помощь прямо в полете. Вертолет может планировать задачи, да, при снятии медицинского модуля, он, соответственно, может решать и транспортные пассажирские задачи. То есть он будет частью универсального. О том, что заказы будут и беспокоиться не стоит, Андрей Вагинский и Рустам Аниханов рассказали заводчанам. Работники спросили о том, когда будет дорога до микрорайона Салават-Купере, о будущем завода и новых контрактах. Всего же КВЗ планирует выпустить в этом году 45 вертолетов «Ансат», из них 12 медицинских. Также на «Ансат» планируют получить зарубежный гражданский сертификат. А на Ми-38 также ищут заказчиков. Альбина Асылгараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань».